Что с инъекцией? Черт, не могу попасть в вену. Вилл, не разочаровывай меня. От парня несет перегаром, он не дается. Что с уровнем сахара? Анализ показал 39. Мало, нужна инъекция. Спокойно, спокойно. Где тут наша вена? Черт. Что случилось? С ним не сладишь, не знаю, что делать. Спокойно, следи за его дыханием, мы почти приехали. Внимание! Говорит бригада 322. Везем 30-летнего мужчину, обеспечьте прием у входа. В 1564 году Нострадамус предсказал, что три страшные волны разрушат Землю. Первая уже здесь. Меня зовут Кейт Фостер. Это мой дневник. Мою жену убили, навесили на меня убийство. Сейчас я в бегах, но я не прячусь. Следуя указаниям книги Нострадамуса, я ищу их. Я охочусь за ними. Я остановлю первую волну. Первая волна. Слепой свидетель. Отлично. Делаем инъекцию, начинаем переливание. Большая потеря крови. Мне нужен отрицательный резус-фактор. Добавьте давление. Быстрее, а то не успеем. Мне не нравится, как он дышит. Вставляю трубку. Давайте капельницу и шприц. Что скажешь, Джим? Пациент потерял сознание в кафетерии. На нем браслет диабетика. Уровень сахара опустился до 39. Все будет нормально, сэр. Вы сделали инъекцию? Он не дался, оказал сопротивление. Ладно, сейчас займемся. Ну вот и все. Кто-нибудь, проверьте уровень сахара в крови диабетика. Хорошо. Теперь все под контролем. Давайте его вниз в операционную. Ну, пошли. Пошли. Ладно, как его зовут? Джон Ховард. Ну, что там с сахаром? 65, почти норма. Не может быть. Когда его везли, было 39. Может, у них прибор не в порядке? Надо понаблюдать за ним. Зарегистрируйте этого пациента. Сделайте химический анализ крови и каждые 2 часа докладывайте об уровне сахара. Решившись на отчаянный поступок, в борьбе против невидимого врага, в которого никто не хочет верить, я надеюсь на помощь. Я знаю. Она придет. Катрен 12, Центурия 5. Там, где ангелы творят добро, кто-то, лишенный зрения, увидит тайного врага. Он встанет справа от дважды благословенного и выведет его на вершину. Там, где ангелы творят добро. Может быть, как раз здесь, в госпитале милосердия в Лос-Анджелесе, городе ангелов. Где-то в этих стенах может находиться друг, который поможет. Я должен его найти. Привет. Задвинь занавеску, Эдди. Не очень здорово при моей аллергии. К тому же эти цветы. Ты вколол инсулин? Ну ты даешь. Да, но все сработало. Врачи хотели сделать укол в вену, я сопротивлялся как мог. И как ты сейчас? Устал. Вот то, что ты просил. Спасибо, положи под кровать. Какого черта я здесь делаю? Что-то не так?
Если дело было обречено на провал, я всегда это чувствовал заранее. Вот и сейчас тоже ощущение. Похоже, инсулин ударил в голову. Съешь еще сахарку. Я серьезно, Эдди. Я расправился с этим ублюдком, который убил Ханну. Это расплата. Пропала мотивация. Ты отрезал руку. Но остались голова и туловище. Каждое наше действие означает, что еще пара людей начинает нам верить. Отступать нельзя. Победа не дается легко. Ты не думал, что нам не удастся справиться с ними? Да, они сильны. А люди слишком слабы. Но тебе, Фостер, я верю. Ты сможешь победить этих ублюдков. Парень, ты должен найти здесь союзника. Сконцентрируйся на этом. Хорошо. Ты вошел в компьютерную сеть госпиталя? Пытался. Центральной системы у них нет. Меня положили сюда на сутки. Больше времени нет. Ищи того, кто лишен зрения. Слепого пациента. Это в первую очередь. Попробуй узнать, кто работал в операционной сверхурочно. Мне пора идти. У меня начинает щекотать носу. Ну, давай. Как дела, приятель? Что-то ты неважно выглядишь. Мне кажется, нам пора немного развлечься. Отшутим над сестричкой. Thank you.
Всего доброго. Вы, молодые врачи, думаете, это очень стильно? Наденьте носки сейчас же. И не шляйтесь здесь без шапочки. Нашли место, это же хирургическое отделение. Я просто не представляю, как некоторые из этих молодых людей сегодня становятся врачами. В институте не осталось таких преподавателей, как вы? Похоже, что да. Я не хотел нарушать правила, доктор. Спасибо за носки и халат. Ничего. Просто надо уважать свою работу. Ну что, старик Маркович задал тебе жару? Да уж. Ему лучше не попадаться под горячую руку, иначе придется плохо. Спасибо за совет. Слушай, я здесь еще плохо ориентируюсь. Мне нужен пациент из 507. Нет, это не здесь. Все, что больше 500, в западном крыле, но оно уже 2 года как закрыто. Ах так. Ну, спасибо. Так и будешь стоять с моей медицинской картой? Закрой дверь, дует. С чего ты взяла, что у меня твоя медицинская карта? Что, у меня глаз, что ли, нет? Но в карте говорится, что ты слепая. Ты кто? Один из врачей. Там сказано, что я еще и дура? Ты не врач. Почему? От тебя разит, как от пивной бочки. Если ты пришел ограбить слепую девушку, тебе не повезло. Если нужны талоны на обед, они в шкафу. Нет, я здесь не за этим. Хочешь изнасиловать? Не советую. Один парень пробовал, потом здесь же, в госпитале, ему пришивали его мужское достоинство. Но ты даешь. А может, ты просто сумасшедший? Шляешься где попало. Мои воображения у тебя. Как раз на это у меня есть время. Я думаю. Ты потеряла зрение в 6-месячном возрасте. Не сладко тебе пришлось? Как же ты живешь так? Ты все обо мне знаешь. Я читал историю болезни. Тебе сделали операцию 2 недели назад. Тебе вернули зрение? Не твое дело. Послушай, как хочешь, но я все равно узнаю, почему ты здесь, в этом крыле? Кто ты? Я хочу помочь. Это нехорошее место. Здесь ты не в безопасности. А может, ты проходимец, который свалился на мою голову, чтобы все испортить? Это не так. Убирайся! Хорошо.
Но когда я уйду, подумай, с какой стати они тебе помогают? В этой жизни за все надо платить. В чем дело, Алика? Кто-то был здесь только что. Кто? Он сказал, что он врач. Как его зовут? Он не сказал. Что он сказал? Он спрашивал, почему я в этом крыле и кто меня здесь держит. Всем интересовался. Ты здесь, Алика, потому что госпиталь переполнен. Да, но я никуда не выхожу. После 22 лет темноты я бы хотела видеть нечто большее, чем эта комната. Завтра поговори об этом с доктором. А сейчас хорошенько поспи. Дай отдохнуть глазам. Фостер? Кажется, я нашел союзника, Эдди. Кто это? Одна слепая девушка. Вот как? Она была слепая. Ей сделали операцию по восстановлению зрения. Ну и как результат? Здесь творится что-то непонятное. В Катрине сказано, кто-то лишенный зрения увидит тайного врага. Кажется, она способна видеть пришельцев и помочь нам. Похоже, это то самое оружие, которое мы ждали. Человек возмездия. Все, пока. Ну что, мистер Шварц, посмотрим, как наши дела. Температура спала, значит, воспаление уменьшилось. Отечности нет, моча чистая, но вы в отличной форме. Понимаю, понимаю, катетеры причиняют вам боль, это болезненно. Это в последний раз. Скоро мы их удалим. Потерпите немного, мистер Шварц. Доброе утро, Алика. Тебе не терпится взглянуть на мир собственными глазами? Конечно, хочется. Отлично. Только надень пока вот это, для защиты. Как насчет завтрака в кафетерии? Это не бог весть что, но, по крайней мере, развлечение. Хотя бы так. Дай-ка я посмотрю на твои новые глазки. Все какое-то белое. Нормально. Просто повышенная чувствительность к свету.
Так должно быть? Мы не знаем, как должно быть. При пересадке глаз мы пересадили и глазной нерв. У каждого человека есть мертвые зоны, где глаз не видит. У тебя этого нет, но тебе не о чем беспокоиться. Уверены? У меня недобрые предчувствия. Настолько уверен, что уже запланировал на завтра пересадку роговой оболочки. Это последняя операция. У тебя будут великолепные глазки. Похоже, ты не очень рада. Просто вы были так добры ко мне, доктор Рид. Я никогда... Это такое счастье, быть слепой и вдруг получить надежду. Но тебя что-то волнует. Да. Так в чем дело, Алика? Почему вы это делаете? Кто платит за операцию? Там, где я жила бесплатно, ничего не делается. Вот ты о чем. У нас хорошее финансирование, Алика. Мы научно-исследовательское заведение. Беспокоиться не о чем. Будьте добры, сестра. Мне нужны данные миссис Стивенс из 212-й. Но я не могу оставить эту больную. За 5 минут с этой больной ничего не случится. Извините, но я действительно не могу ее оставить. Что вы действительно не можете, так это игнорировать просьбу старшего врача. Больница приходит в упадок из-за такого отношения к делу. Подожди, Алика. Пивной запах. Как ты узнала, что я здесь? Ну, ты еще не совсем проветрился. Пожалуй, нет смысла тебе врать. Вчера я специально облился водкой, чтобы врачи подумали, что я пьян. Ты что, из палаты умалишенных? Нет. Нет, что ты. Как твое имя? Кейт. Слушай, Кейт, со мной что-то не так. И мне нужно знать, что знаешь ты. Ну что ж. Ясно. 400 лет тому назад один предсказатель заглянул в будущее и увидел кого-то, кто может различить тайных врагов людей. Кажется, Нострадамус имел в виду тебя. Что еще сказал Нострадамус? Что ты поможешь мне их победить. Мы с тобой. Против тайных врагов? Думаю, вдвоем мы им покажем, герой. Скажи мне, что ты видишь, Алика. Пожалуйста. Некоторые люди отличаются от других. Ты различаешь их? Доктор Рид говорит, что есть некая мертвая зона, в которую никто не может заглянуть. Я могу. Алика, это новая война. Они знают, что ты можешь видеть даже их. Нет. Должно быть побочный эффект. Надо тебя отсюда вытащить. Ну, не так быстро. Я была слепой с незапамятных времен. Я даже не знаю, что это значит видеть. Но я знаю, что люди, о которых ты говоришь, вернули мне зрение. По мне, они выглядят чертовски привлекательно. Ты сказала, тебя что-то беспокоит. Когда меня везли на операцию, мне дали снотворное, но я еще не спала. Место, куда меня привезли, это было что-то ужасное. Я чувствовала запах гниющего мяса. Что если я найду это место? И узнаю правду. Ты мне поможешь?
Я подумала, тебе это будет интересно. Помнишь диабетика, что привезли вчера? Посмотри на его анализ крови. Алкоголя в крови почти нет. Уровень сахара норма. Что скажешь? Похоже, кто-то вздумал с нами пошутить. Где он? Там, куда его определили. Ассамблея вообще не была уверена в необходимости анатомических опытов на людях. Нельзя давать ей шанс нас прикрыть. Сделай анализ крови на ДНК. Сестра, скорее сюда! Было уже поздно. Меня везли по коридору. Когда мы остановились, я услышала гудящий звук, такой... такой прерывистый. Рядом был лифт, и мы вошли в него. Думаю, мы поехали вниз. Лифт звенел 4 раза, пока мы остановились. Когда меня выкатили, я почувствовала запах влаги и плесени. Я не помню точно, в какую сторону мы поехали, но я слышала, как сверху льется вода. И этот шипящий звук, похожий на шум ветра. Я испугалась. Не операции, нет. Но что-то почувствовала. Я не знаю. Это очень странно. Они мясники, ставящие опыты на людях. Какие опыты? Скажем так, я нашел донора, чьи глаза достались тебе. Ладно, я должен забрать тебя отсюда. Но... Подожди. Я не могу. Ты с ума сошла?
Завтра пересадка роговой оболочки. Я буду видеть, как все люди. Слушай, они не хотят тебе помочь. Они хотят провести опыт. После этого тебя просто убьют. Кто это они? Ты все равно не поверишь. Важно, что они действуют, и мы с тобой единственная сила, способная их остановить. Так говорит этот Нострадамус? Ты не веришь? Какой ты мертвый старик будет мне указывать, что делать? Ты их видишь. Значит, ты можешь спасти множество жизней. Если ты наделена даром, который не хочешь использовать во благо, это грех. Большой грех. Я тоже сомневаюсь в том, что Нострадамус предрек мне. Иногда я и не вижу цели. Но когда я попадаю в такое место, как это, понимаю, что должен что-то сделать. Мама держала меня на руках, когда пуля разбила стекло в нашей спальне. Мама не стала, а я лишилась глаз. Брат и сестру и меня отправили в детский дом. Очень сожалею, но... Это не снимает с тебя ответственности. Ты не прав, снимает. Еще в детстве я поняла, что в ответе только за себя. Но хватит, я посмотрю, что это за место там внизу. А потом вернусь. Я знаю, что вы не врач. Я только хотел... Не надо, я вас вычислил. Вы проверяющий? Министерство здравоохранения? Допустим. А что? С тех пор, как год назад госпиталь продали, здесь полный бардак. Антисанитарные условия, больные лежат где попало, врачи стали какими-то странными. Когда мы первый раз встретились, вы подумали, что я новый врач. Здесь сейчас их полно. Откуда они берутся? Я думаю, доктор, новые врачи – это часть группы, которая хочет захватить больницу для своих целей. Заговор, да? Да. Но почему вы решили мне поверить? Я видел, как вы обращались с больным. Вы другой. Вы неравнодушный. Ну? Знаешь, у тебя, оказывается, красивые глаза. Похоже, ты рожден для счастливых открытий. Что это? Стечение обстоятельств или провидение? Я принципиально не обсуждаю вопросы религии с пришельцами. Это ты зря, потому что с момента, как мы тебя обнаружили, Фостер, я понял, что на этот раз баловень судьбы я. Мы знаем, кто ты. Именно сюда ассамблея планировала поместить тебя для опытов. Но ты облегчил нам задачу. Вы используете госпиталь для опытов над людьми. Когда-нибудь это обнаружится. Никому нет дела, что творится в ваших городах. Поэтому мы и выбрали этот госпиталь. Но Марковиц догадался. Марковиц. Он был последним из старых докторов. Упрямый старик отказался от щедрой пенсии. Ну что ж, начнем? Начнем. Почему дверь открыта? Это плохой сон, Алика.
Глаза человека просто поражают. Люди могут так много ими видеть, но часто информация не доходит до мозга. Не могу этого понять. Чтобы нормально видеть, Алике нужна новая роговая оболочка. Твоя подойдет. Лишь бы на доброе дело. Здесь каждый не прочь отщипнуть от тебя кусочек. Но мне выпало первому. Я видел уродцев, которых вы производите. Оправдание себе находите? Как и ваши врачи. Наши врачи спасают жизни. Ваши медицинские открытия сделаны за счет других существ. Крыс, свиней, овец, обезьян. Ты думаешь, кто ты сейчас для меня? Сейчас я залью тебе в глаза эту жидкость, и ты временно потеряешь зрение. Но ты не беспокойся. Я всего лишь срежу твою роговую оболочку. Будет немножко больно. Кейт! Ты здесь, Кейт? Беги, Алика, беги! Тебе не нужно было приходить. Так это был не сон. Это тебя я видела в комнате у мальчика. Это же его глаза. Какая разница? Ты можешь видеть. Разница есть. Ты идиотка. Ты же полуслепая, Алика. Что ты мне сделаешь? Дашь прикурить? Давать не стану. Сделаем проще. Я ничего не вижу. Где Рид? Я о нем позаботилась. Ты был прав. Жаль, я не слушала. Ничего, теперь знаешь. Вот так. Обопрись на меня. Я тебя выведу. Голова кружится. Что такое? Что случилось? Рид, он исчез. Его тело лежало вот здесь. Ничего, Алика. Тела пришельцев исчезают, как только они умирают. Кто это? Это Рид, он еще живой. Возьми что-нибудь для самозащиты. Где он? Ты его видишь? Нет, пока нет. Сделаем-ка свет слегка поярче. Где он? Я не могу его видеть, свет очень яркий. Две слепые крысы бегают по кругу, бегают по кругу. Он здесь. Ищи по запаху. Бесполезно, здесь запах гниющего мяса. Тогда слушай, просто слушай. Он справа. Что, не нравится? Бежим! Стой! Стой! Я еще не слышал, что он умер. Как это? Они издают звуки, когда умирают. Ну что, теперь услышал? Ты где? Что случилось? Боже! Кейт, ты где? Ответь мне. Пожалуйста.
Я здесь. Идем отсюда. Ну вот и все. Эта подпольная палата сгорела дотла. Они уничтожили доказательства? Не все. Полиция не может выяснить, куда делся персонал госпиталя. Но Алика-то, по крайней мере, осталась с нами. Твой союзник? Я не союзник. Мне нужна твоя помощь. Извини, Кейт. Геройство — это не по мне. Прости. Думаешь, я этого хочу? Но я не могу не вмешаться, когда такое происходит. Это твое дело. Ты создан для этого. Ты теперь можешь видеть. Неужели страдания вокруг не изменят твоего решения? Нострадамус был прав в отношении тебя. Это твое предназначение. Ты обязан. Ты прав, я обязана. Я обязана, наконец, увидеть лицо моей сестры, заглянуть в глаза моему брату. Но я не об этом говорю. Ты что, не понимаешь? Ты же сам говорил, что сомневаешься, что не видишь цели. Похоже, ты, наконец, ее нашел. Читай дальше свои предсказания. Моя миссия окончена. Алика! Мне оставалось только посмотреть ей вслед. Алика пошла наперекор судьбе, предсказанной Нострадамусом. А может быть и нет. Возможно, ее миссия заключалась в том, чтобы помочь мне избавиться от сомнений. И ей это удалось. Я борюсь с пришельцами не для того, чтобы оправдаться или отомстить за смерть жены. И даже не потому, что так предсказал Нострадамус. Я преследую их, потому что это моя суть. И я не отступлюсь, пока не добьюсь победы. В главной роли Себастьян Спенс. В фильме также снимались Роб Лабель, Инука Акума, Эндрю Эрлай, Джерри Вассерман и другие. Производство компании Larry Sugar Entertainment. Исполнительные продюсеры Фрэнсис Форд Коппола, Larry Sugar. Композитор Клод Фуази. Оператор Генри Чан. Художник Катерина Кит. Автор сценария Дэниел Хауард Сероун. Режиссер Холли Дейл. Совместное производство США-Канада. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу Московской независимой вещательной корпорации в 1999 году.